Друзья, всем привет! Несмотря ни на погоду, ни на какие другие обстоятельства, мы, как обычно, стоим на Киевском. Сейчас покажу вам машину. Машину опознать несложно. Здесь у нас, видите, логотип лохматой души. И стоим мы, как обычно, напротив входа в Европейский, на вот этой вот парковочке. Так что ждем вас. Мы очень любим наших помощников. Приезжайте, помогайте. Не успела я подъехать, как наша постоянная помощница уже тут как тут, уже ждет. Мы вам рады. Я вам рада. Здрасте. Наши постоянные помощники очень рады вас видеть. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Спасибо. Ждали вас, видите? Спасибо, что-то я вас потеряла. Смотрю, машину. Чего это вы потеряли нас? Не-не-не. Это кошачий наполнитель. Ага, закидывайте. А это всякого разного. Угу. Угу. Спасибо. Все. Спасибо большое. Пошли. Еще наши помощники приехали. Лучше сюда ставьте. Сюда прям ставьте. Здравствуйте. Лучше, да, прям сюда, чтобы это. Так, давайте сбоку сейчас. Или давайте я сзади открою сейчас. Сейчас уже женщина прячется. Так. О, спасибо огромное. Да не стесняй. Еще наши постоянные приехали. Так. Ага, спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Стойте осторожно, потому что меня сфотографировали в прошлый раз и за парковку. Имейте в виду, я теперь вот так стою. 5 минут, не больше. Помощницы приехали. Ну а как же? Все звезды, вот еще помощники. Молодцы. Спасибо, что не забываете. Как мы вас забудем? Да. Что ж, как вы думаете, сколько лет переживаний, страданий и не лечения, а само пройдет, потом. Вот и до этого, Лася, что. Мы ж себя не жалеем. Мы ж сначала о собаках думаем, потом уже когда-нибудь о себе, как всегда. Вот прям. Здравствуйте, здравствуйте. Тряпочки нужны? Отлично, конечно, нужны. Спасибо огромное. Все. Спасибо. Вы тоже, я смотрю, стали постоянной нашей помощницей. Спасибо большое, приходите. Передам обязательно. Спасибо. Ага, пока. Молодой человек подъехал с вещами. Спасибо. Ага. Ой, блин. Сверху? Да, да, да. Стоите, а то я сейчас хочу. До трех. Ага, вот эти игрушечки. Угу. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Маша пришла. Всем доброго дня. Молока принесла. Как всегда, корм для щенков очень актуален. Отлично. Спасибо тебе большое. Закидывай. Срединку прям туда кидай. Ага. Спасибо. Скажешь пару слов? Друзья, хорошо, что сегодня получилось встретиться все-таки нам на Киевском, несмотря ни на что, ни на болезни, ни на погоду.
приезжайте, помогайте приюту. Щенков, собак очень много. Люди, к сожалению, ведут себя неответственно. Подбрасывают и подбрасывают новых щенков. Размещать их уже, как вы видели по нашим роликам, уже совершенно нет, негде. А тех, кого мы уже взяли на свои попечения, нужно кормить, лечить и пристраивать. А на это нужны средства, корм и ваша помощь. Спасибо, спасибо всем. Спасибо. Это у нас посылка от Алены, лекарства. Вот Лили очень благодарна за Синелокс. Да. И коробочки ей очень нравятся. Коробочки, да. Да, я покажу мы... еще консервы. Да. И вот еще упаковка. Не одна консервов. Или затащили вдвоем. Хорошо, спасибо, Алена, большое. Спасибо, Алена, огромное. Это у нас, значит, цифтоксин, антибиотик. Хорошо, попоночки для кошечек. Сейчас, кстати, будем кошек стерилизовать. Что, Синолог? Здравствуйте. Постоянные помощники наши, Татьяна. Спасибо. А как вас зовут? Я все не так. Меня Галь зовут. Галя. Вот, Галя. Всегда, всегда на месте. Да, только я говорю, вот именно. Я переживаю, чтобы мы не голодали. С миру по нитке. Ну вот да, раньше да. Тоже выставки были, я тоже самая девчонка. Ну и бутербродиков нарежешь. И сок привезешь. Вот дарящая надежда, когда раньше проводили. Мультикан 8, 10 доз, мультикан 4, 20 доз, сколько было в магазине, ну, в смысле, в аптеке забрала. Дирофен еще для глистогонка для котят и щенков, диронет для крупных собак, только 3 было. Дихинел, глистогонка для кошек, ну, здесь вот ее много. Вот чек. Лева Николь. 25 штук. Скорая помощь прибыла. Да. Не вижу, кверх ногами держу. Нет. И еще приехали лекарства лечить кошек. 10 капли для ушей. И 20 адвокатов. Прибыла посылка с наркозом. Вот залетел. 50. 10. 10 штук. Фосфолюгель купила, привезу на Киевский. Белого угля нету. Белый уголь тоже купила, тоже привезу на Киевский. И вот еще сегодня от Светланы привезли корм для собак. Ну да,
для собак. 5 пакетов. Еще вкусняшки там где-то валяются. Маша, очередная порция корма для щенков. Всем привет! Очередная партия корма небольшая для наших щенков. Щенков в море. Да. Это, конечно, капля в море, но если каждый из нас хоть понемножку поможет приют, наши щенки будут накормлены. И спасибо Вике, что помогает довести до приюта. Доставка корма. Бесплатная доставка до приюта. Всем спасибо большое. Ну, не скажите, что бесплатная совсем уж прямо. Вот. Вот такой корм нам нужен для щенков. Основной рацион, так сказать. Да. Спасибо, Маша. Это Любаша передала утеплитель. И Майя корм привезла. Ребят, я продолжу сегодня просто благодарить всех. Мы показали вам потоки пластмассовые, потоки деревянные, песок. Покажи, пожалуйста, еще раз. Корм, что нам подарил фонд «Русь». Помогаете. Это и есть нормальное отношение к приюту.